Итак, дорогие друзья, всем привет! Под одним из прошлых роликов вы набрали много лайков. Как всегда, когда я на что-то доначу, я всегда прошу лайки. Огромное спасибо, что вы всегда ставите их. Пожалуйста, не делайте это ролик исключением. Нажмите на лайк, пожалуйста. Вы один раз в моей жизни вывели ролик в тренды, и я до сих пор это не могу забыть. Хотелось бы когда-то повторить этот успех. Если много лайков набирает ролик, он всегда где-то продвигается в рекомендации, попозже, возможно, попадет в тренды. Ну, по Brawl Stars, конечно, это маловероятно. Но опять же, все зависит от вас. Если бы все, кто смотрит, ставили лайки, это было бы как-то нереально круто. Но даже 50% просматриваемых зрителей не ставят лайки, не знаю почему. Ладно, смотрите, значит, у меня... Ой-ой-ой, тут вышел новый скин за 59 гемов. Я, естественно, его приобрету в одном из следующих роликов. А разыграть я его не знаю, как разыграть, потому что у меня уже идет конкурс. Пу-пу-пу-пум, пу-пу-пум, надо что-то придумать. Может быть, сделаю мини-розыгрыш на стриме. Приходите сегодня на стрим, не знаю, может, на стриме разыграю этот скин. Хызы. Короче, 20 баксов, ребята, буду донатить, потому что... Блин, 20 баксов, надо для начала вывести 20 баксов. А то у меня деньги на карте. Значит, буду донатить, потому что здесь 4000 золота и 200 гемов. Мне очень надо золото. У меня все персонажи уже доступны на максимальный уровень. Вот, но чтобы их прокачать... На максимальный уровень надо открывать сундуки в поисках пассивки. А чтобы искать пассивку, нужно сделать 9 уровень. Так, все, денежки я вывел. Сейчас теперь нажимаем на донат. Так. Все, отлично. Деньги ушли. Все, нажимаю на донат. Поставьте лайк. Кстати, мега ящик, может открыть мега ящик? Чтобы, ну, типа, какой прикол вам смотреть то, как я доначу, да, ради золота и гемов. Я совмещу, я еще сюда добавлю мегаящик, вот. Открою мегаящик, дабы вам, ну, было интересно. Так, ну что, донатим, донатим, донатим. Да, покупка завершилась, все отлично, деньги на карту поступили. Господи, как много гемов. Представьте, такое количество гемов бы там выпало с сундука недоначенного. Прикиньте, так повезло, на какой-то праздник, да, вот, допустим, не каждому по 200 гемов, а кому-то, какому-то счастливчику там, да, рандомно. Вот поставь лайк, если бы было круто, так, ну реально, блин, разрабы. Хотя, ладно, я понимаю, этого никогда не будет, потому что коммерция, коммерция. Ах, а золото как много-то, ой-ой-ой-ой. Так, все отлично. Ну и что, и по тому, как я пообещал, да, открываем еще мегаящик, поехали. Давай, Нита, ой, Тара, пассивка, давай, все, вот, блин. Разрабы, неинтересно открывать сундуки, неинтересно, сделайте что-нибудь, пожалуйста, спасите эту тему. Так, ребят, у нас тут режимы достаточно криповые, штольня, опасный режим, я не знаю, кого апать в штольне мне. На рикошете я уже в прошлом ролике играл и не думаю, что вам это интересно будет. На Леоне тоже опасно будет, на Таре не поиграешь, на воробушке хрен плавал. Можно попробовать на Барли. Давайте прокачаем Барли. Хотя, стоп, прокачаем мы в следующих роликах, да? Смотрите, у меня 16 тысяч золота. Если ролик наберет больше 16 тысяч лайков, я запилю ролик, где я всех персов прокачиваю на фул, а потом делаю крутое открытие. Пацаны, короче, лайки нужны. Просто нужны лайки, и все. И холдик вообще готов на все ради лайков. Так. Тут же будет тут идти, да? Ну, в принципе, я контрю ее. Если я грамотно буду сейчас играть. Так, хорошо. Ну, в принципе, нормально. Несколько тычек я ей дал. О, о-о-о-о-о. Так, да ё-моё. Так, рикошет, окей. Поехали наверх. Надо Барли проапать. Крутой персонаж. После изменения баланса у него реально повысились характеристики. Так. Так, сдох, найс. Вот так вот делаем. Да блин, ну почему она не сдохла? Мне не хватает урона. Так. Надо добивать. И последняя тычка, на. Есть, 6 бойцов осталось, хорошо. Поехали. Оу, так. Вот тут кто-то был, я видел. Но он уже убежал, конечно же. Капец, сколько банок у этого. А, не туда, не туда, тупо не туда. Просто не туда я кинул ульту, жалко. Ладно, ладно. Блин, у меня мало банок на самом деле. А ну проверим тут. Мало банок, короче, будет нелегко. Так, 4 бойца еще.
Надо дождаться. Подкараулил, сука, подкараулил. Молодец, плюс 3 кубка. Ладно, давайте еще, еще. Надо до 300 дапать барли, чтобы было все шикарно. Поехали, следующий бой. Так. Шелли. Да, хочу барли на 10. Вот сейчас это понял, что хочу. Потому что динамайк у меня уже на 500, а барли... Даже не на 300 сидит. А говорят, что барли не хуже динамайка, даже лучше. Ну, это у каждого, конечно, разное мнение. Я так не считаю, что барли лучше динамайка. Ну, даже не в этом. Не лучше. Мне больше нравится динамайк. Я не знаю, почему. Не знаю, не могу объяснить, почему. Но динамайк мне нравится больше. Так. Так. Ну, наверное, буду зажимать вот этих персонажей. Шелли, Шелли. Блин, так мало урона. Она, если подойдет, с ульты меня просто вынесет. Так. Бул. Так, все, я набил ульту, но у меня 0 банок абсолютно. Мне не дали даже ни одну банку собрать. Я никого не убил. 5 бойцов еще, ну, блин. Стремно, немножко стремно, потому что банок нету. 3000 хп меня с одной тыки может бул вынести. Тупо с одной тыки. Вы представляете, насколько это жестко? А тут кто-то может быть. Давайте проверим. Я хочу топ-2, топ-1. Ха-ха, топ-2, топ-1. Так. Ну, еще ж где-то боец, да, какой-то есть. Куда ты идешь? Алло. А, вон, Пэм. Бля, я боюсь, пацаны. Реально боюсь. Боюсь, боюсь, боюсь. Где-то ж бул есть. Фух, отлично, так. Надо сюда идти, где... О, кольт, просто мальчик, лол. А, как много урона, кольт. О, блин, у меня так мало хп сейчас. Ладно, сюда выходим. Ну, почти, почти топ-2. Почти топ-2. Плюс 4 кубка снова, да ё-моё. Я не знаю, не хватает. Может прокачать? Давайте прокачаем барли. Что-то вот, ну, слабенький, слабенький. Давайте прокачаем. Не, я понимаю, что можно и с таким уровнем играть. Дело не в этом, не в уроне. До 9 не буду. До 9 это для отдельных роликов я берегу, потому что хочу записать полноценный выпуск. Возможно, закину сразу до хера гемов, либо нафармлю до хера боксов, да? Прокачаю всех на 9. Либо по очередности буду, я еще не определился. И это на отдельный выпуск запишу, где я всем фармлю пассивки. Вот. Вот такие вот у меня планы. Так, поехали. Одна баночка, это уже успех, короче. Вот, смотрите, сейчас вот тут вот это мои парни, все. Ну, смотрите, вот это уже по баночкам я уже нормально так, да? Вот так уже нормально. Сучка ушла. Так. Блядь, ну. Без комментариев, просто без комментариев оставим это. Я ж вроде так и знал, что она подойдет. Так и знал. Но, блядь. Начало было идеальное. Сколько банок? Минус 2 кила. Точнее, минус 2 перса. Вот это уже урон посерьезней. Серьезно? Так мало. Так. Блин. Ты иди в жопу, а, Марти. Смотрите, смотрите, какой мансит. Не попаду, смотрите, не попаду просто. Не могу попасть. Бесит вот этот, крыса сидит. Смотрите, даже не отходит, придурок. Он же сейчас сгорит. Придурок, ой, придурок. Я в шоке с него. Давайте его убьем. Где он делся? Капец, он ушел. Я в ахере. 5 бойцов. У меня 0 кубков. Круто, да? Надо ульта снова. Я всю ульту потратил. Это еще какой-то ютубер. С приставкой DN. А сейчас меня просто взорвет. О,
О-о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 
Ого, 11 банок. Ну, понятно. У меня шансов нет. Все, он потерялся. О. Не, ну это по фарту, если, конечно. Ну, топ-2. Топ-2 меня устраивает, окей. Топ-2 меня устраивает. Плюс я без банок целый бой был. Да, по его на 300 уже на стриме. Штольня заканчивается сегодня, да, к сожалению. Поэтому на стриме не факт, что успею. В общем, подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Смотрите на количество кубка. 88-66. Уже скоро 9000 будет. Вот, ну, я на самом деле уже бы мог и сейчас поднять бы 9000. Просто пока нету времени задротить. Реально, в последнее время стримлю поздно. И на стримах чисто так релаксируем. Не особо там поднимаем кубки. Вот, ну ничего, 9к преодолею, потом я сделаю себе неделю перерыва, я улетаю, кто не в курсе, в Египет, будут влоги, влоги будут на втором канале, ссылка в описании, подписывайтесь, вот, вернусь с Египта, буду апать 10к. Короче, спасибо вам всем за просмотр, ставьте лайки, хорошего настроения, всем добра, мира, позитива, увидимся, пока.